Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play, и сегодня у нас вроде бы вышло что-то интересное, точнее вышло оно вчера, но записываю ее на сегодня. Milo and the Magpies, вроде как Milo и Сороки, если я ничего не путаю, то это должно быть так. Игра от разработчиков Rusty Lake, всеми нами любимого, поэтому я так понял, игра не очень длинная. Я вчера ее хотел записать, но в игре хоть и указан был в Стиме русский язык, его не было. Сейчас зашел, посмотрел, его то ли добавили, то ли он дезагрузился. Поэтому поехали, смотрим. Так, подожди, а как бы я просто заходил? Сбросить все, да. И поехали вот с самого начала. Всего три крыши. Я дома. Игра про то, как кот добирался домой. Почему эти птицы мешают мне пройти? Уходи, те. Мне нужно избавиться от них. Первый шаг к дому. Так. Теперь мне нужно пробиться через сады. Нажмите на Milo. Нажал. А, типа мы на него нажимаем, он бежит. Прячется. Игра в прятки. Так. Я как понял, игра полностью рисованная. От руки. Чего нажать? Так, пока подсказки, окей. И? Ты сучья сорока. Бежим. Я тут ни при чем, если что. Чего? Это все сороки виноваты. Все? Ну, Быстро первая глава. Художник. Так, левуха. Ну да, видно, что от руки нарисовано. А что здесь? Вы посмотрите, какая лягушка. Ёжик. Тут свалил. Так, стрекоза. Это просто имеет какой-то вообще смысл или нет? А что, стрелка? Велосипед. Пароль. А, подожди. Стрелка, значит, от картины. А, сколько? Количество. То есть кистей сколько? А сколько у нас кистей? Одна кисть. Ой. Дру. Так, карты. Бутылка. Одна кисть. Ёж приполз. Не, что-то всего по одному. Так, кисть одна. Сейчас. Бутылка получается тоже одна. Может быть, вот это количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это у нас получается третья. А, подожди, кисти две, если брать вместе с картиной самой. То есть у художника одна кисть и на картине одна кисть.
Два? Ну, допустим. Два. Но я вот в этом не уверен. И яблоки. Кто-нибудь видит яблоки? Лягушка 6. Лягушка 6. Подсолнухи. Поздравляем, вы нашли секрет. Спасибо. Это секретный секрет. То есть это вот эта тетка. Так, это окно. Ну это понятно, ладно. Мы посмотрели, двойка. Двойка. А вот здесь вот окно разбитое. Он все равно сюда к столу перемещает. Яблоко один. Но опять же таки это не точно. Чё-то, короче, так. Хорош. Подожди, может быть, ежик нам должен принести яблоки? Ну-ка. Так, ты ничего рыбы не принесешь? Стрекозы просто на них нажимаешь, они просто летают. Заткнись. Так, а ты? А зачем нам вообще велосипед нужен? Вопрос такой. Изгородь. А что за яблоко было, да? Ты чего? Подожди, стой. Ебать, делов натворил. Ключ. Ключ от сарая. Яблоко. О, сука какая, а? Тварь. Так, яблоко. Три. Яблоко это последнее, да? Три. Ой, забыл. Бутылка это два, точно. У лягушки этих шесть. И кисть, я думаю, что мы подбором сделаем. Карасем ничего сделать нельзя. Точно 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Точно 6. Другому ничего не нажимается. Так, а ты чё? 8. А я же нажимал. Или их нужно по скрипту нажать. То есть... Да, нашли. То есть подбором нельзя подобрать. А кто это все делает? Кот вроде в этом, в сарае. Ага. Странная сорока. Все, блядь, не слава богу. Так, кусачки. Окей. Глава третья. Детская игра. Так, что тут надо? Котик не может стоять перед коробкой. Неправда. Так. Что
остановись. Ничего себе. У него три режима. Спасибо. Так, женщина, которая убирает листву. Так, и ты остановишься? Что-то упало. Поздравляем, вы нашли секрет. Так, ачивки тут таким образом, да, работают? Методом перетыкивания. Так. Бля, какой ты добрый пиздюк. Так, на него нажать нельзя. А я что-то в замешательстве. Ага. На самом деле это было все случайно. Батарейки. Так. Окей, сорок прогнали. Пиздюк пришел. Так, валим отсюда. Я так понимаю, что в каждой локации есть какой-то секрет. Глава 4. Кормление птиц. Так. Воробей. Это что такое? Так. Червячок. Ух, тут птица. Ну-ка еще. Нет? А, вот что. Нам нужно покормить всех птиц. А, так, этот ест. Хорошо, воробей что ест? Воробей ничего не ест, да? Короче, нам нужно определить. А, во, еще вижу. Слушай, какой странный звук она издает. Так, получается, нам осталось раз, две, три птицы. Так, одна ветками питается. Вон там, видишь, зеленое ведро, но я не могу до него достать, потому что я на него нажимаю, и вот это начинает петь. Так, мусорка. А, ну-ка иди сюда. Да, бля, как тебе? Во, кто прилетит сейчас? Во, отлично. Палить надо. Нажимаю. Может тут что? А, во, водички надо было налить. Подожди, ну мы секрет не нашли, кстати. Или нашли? Где-то на птиц дрочит. И вот у нас осталась одна еще. Ворона. Ну смотри, блядь. Так. Какие еще варианты?
на кота нажать? О, яблоко. Вот тебе, пожалуйста, еще одна птица. Так. И? Где? Сокол какой-то прилетел. Так. А у нас съест. Нахуй, блядь. А, ну типа все отвлеклись, мы можем пройти. Даже червяк остался. Какая-то птица. Пойду вглубь сада и попробую. Да, ништяк. То есть надо было червяка переложить наверх, и прилетела какая-то вот птица. Я, бля, гений просто. Чего? Рыбное приключение, что ли? Что там, рыбная ловля была? Ой, что-то так много всего. Так, начнем с бабочек. Пес, который, скорее всего, будет за нами гоняться. Так, мужик, который никак ничего не поймает. Утки разных сортов. Зачем эти картинки? Ну, зачем-то нужны. Ну, зон такой приятный играет еще. А, щука, ты глянь, бля, какая щука, нахуй. Нет. Короче, мужик хочет поймать эту щуку. Лягушка. Так это как она, мандаринка называется, тутка? Теперь вот что-то нужно с ними делать. Цвета. Бля, мне кажется, это слишком сложно. Ты куда побежал, сука? Так, она сейчас что-то сделает. Белая. Ну-ка. Белая, коричневая. Белая, коричневая. Черная. Белая, подожди, вот так вот. Черная. Так, это вот так. В крапинку. Белая, коричневая, черная. Так, нечаянно я вышел из игры, раз на Escape нажал, и он вышел. Так, я понимаю, так. Подумал, что утка плывет к центру, вот смотри. Вот сюда плывет, а баба туда бросает еду. Поэтому... Вот, я гениален. Нажимаем на утку, потом на тетку. И теперь по цвету. Вроде я запомнил. Утка, тетка. Чуть-чуть по это попозже. Дальше черная. Какой-то, блядь, угля я набросал. Дальше вот этот мандариновый или мандаринка. Так, и последняя утка. Все гениальное просто. Отлично. Все утки накормлены, и они, короче, уплыли. Так, теперь нужно крючок что-то насадить. А насадить на крючок... Мужик, наркоман, что ли, блядь? Ну, тяни.
мужик расстроился. Рак. Сейчас за нос тебя цепанет. Так, сейчас щука поплывет. Мужик, бля, спасай. Лодка. Собака. Нажми на Майло, чтобы он плыл быстрее. Я нажимаю. Спаси! Сука, 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 сейчас без хвоста останется. Плыви быстрее. Бля, напряженный какой момент в игре. Музыка еще такая. Давай. Нормально. Выкуси. А ты чего радуешься? Слушай, нам еще секрет надо найти, я теперь не успокоюсь, пока мы все ачивки не сделаем. А, это девочка, я думал, это женщина. Так, труба. Я так понял, все секреты, они такие. Просто где-то спрятаны. О, птица. Поздравляем, вы нашли секрет. Я рад. Все, теперь можно следующую теплокацию шпарить. Уж не бывает так просто. Ну вообще это проще, чем сериал Rusty Lake. А, все. Время буги. Ну какой красавчик. Бабочка, бабочка. В первую очередь найти секреты. А, так, банка не работает. Так, этот сбивается. Так, кот. Пидармот. Тут тоже кот. Мурчит. Так, ищем, чтобы... Да, бабочек погоняем, а то ничего, тут просто так сидят. Это, кстати, мужик пьет пиво и выбрасывает сюда банки к соседним. Вот пидорас. Я натыкаю на бабочек. Может, они что-нибудь... Они туда в одно и то же место летают? Ну нет, в разные. Ну просто вдруг в этом какая-то секретная тайна. Так, ладно. Так, его не пустили. Тут какая-то охранная сигнализация. Кошачья мята. Ты зачем ее жрешь-то? Блять. Так, опять эта сраная сорока. Так, банка. И она горит так. Тут. А что это такое? Какая-то девочка была. Эй, shut it. Куда? Тихо, куда-то это надо применить. А, уже применил. Тут. Он сейчас что-то заиграет, другое. Такой типа, что? Ну-ка. Беги, бешеный кот. Танцы. Кота вставил.
Так, я внимательно смотрю, что где это появляется. Так, ты остановишься или нет? Я понял, это для того, чтобы пройти. Так, это он стрельнул. Я все-таки эти секреты ищу. Да, это пропускной. Бля, неожиданная помощь. Короче, это... Не нашел я секрет, ладно. Ё-моё. Я сейчас прям гляну. Ачивки. Да, здесь не найдено. И в первой не найдено. Мы после серии их найдем обязательно, чтобы на две серии не растягивать. Итак, молоко. От всех этих танцев хочется пить. Что за сосиска? Так, она просто перелистывает. Сорока, чучело, ключ. Упал в лоток. Так, и... Это что же такое? Возможно, там лестница, по которой я смогу... Что, подняться? Очевидно. Ах ты, сука, злобный тварь. Дверь закрыта. Это кошка? Лазерная указка. Так, подожди, а это что такое? А, это показывать куда? Спасибо. Сфинкс. Так он потерял. Надо как-то последовательно его гонять. Сейчас он выключит свет. Да вот же тупой, блядь, слепой. Так, он смотрит, типа... Вот сюда, может. Да, отлично. Нет, сюда. Сюда. Я пытаюсь понять, по какой... Так, этот пока не вылезает. Нам нужно отвлечь этого кошака. Отлично. Чтобы он не помешал Майло забрать ключ. Да вот же. Посмотри наверх. Он, короче, туда не смотрит. Надо играть с ним, и он умрет от электричества. Так, здесь он видит. Здесь уже не видит. Туда. Сюда. И Майло не может вылезти. Так, ну-ка назад. Слепой. Вот. Так, он включил. Вот же.
Давай выключу. Выключай. Бля, почему он разворачивается? Ладно. Мне нужно как-то вот сюда его. Туда он не увидит. Это секрет? Секрет. Так, но опять же таки основная задача пока что не... сделано. Нужно мигать туда, куда он башкой крутит. Может, сюда он увидит? Ты увидишь сюда? А сюда? Во, увидел, отлично. Теперь сюда. Падай. Так, сюда. Погоди, а Майл, ты можешь убежать? Нет, пока не может. Ну смотри. Так, подожди. Тут он типа видит. Так, ну что тебе, блядь, на... А, во, зеркало. Подожди. Она от зеркала отражалась. Хозяйка такая, ты чё, типа, охуел? Не-не-не. Не-не. Так, подожди. Туда. Перо. Так, может это последовательность светения куда-то? Бетховен. Так, допустим. Мячик. Чашка. А, это, блядь, до этого было. То есть мы методом тык, потом на кота. Дальше получается Бетховен, часы. Потом свет, светильник, вот вам, пожалуйста. И потом на птицу. Все, точнее, было показано на зеркало. И кошка сюда. И там дальше идет вопрос. Я просто зафоткал и смотрю на это. А вопрос что? Типа, куда пос... Подожди, может, окно расхуячить? Что такое? Это тут ничего никак. Здесь стекла. Он там завис. На него посветить. Ничего нигде не блестит. Вот куда-то, я думаю, что сюда надо посветить. Так, теперь остается свалить отсюда. Мужик пришел, говорит, я в ахуе. Я тут ни при чем. Пока. Отлично.
А чё мужик за мной бегает? Пошёл вон, блядь. Так, и? Я могу? Эй, Шантал? В смысле? Чё, я не могу потусить с кошкой? Пидорас какой, против кошачьей любви. Глава 8. Новые соседи. Так. Теперь главное здесь найти секреточек. Там мотылек какой-то летает. И мусорка трясется. УХМП. УХМП. Наман семья. УХМП. Нам нужно найти эти буквы, я так понимаю. О! Отвянь, юб! Наркодилеры, бля, короче, они здесь. Отвянь, юб. А, вот, тут еще... Все, понял, по картинке нужно собрать сначала цветочки, потом белые. Цветочки, белые, красные, черные. Вот так. Да, бля, нет. Вот так. Чего? Так, интересно. На пса надо что-то кинуть. Хочу. Все равно что-то не вдупляю. И что дальше? Нам еще нужно найти пароли. Подожди, у нее экран постоянно горит разным цветом. Или не горит вовсе, да? Синий. Так, и что это куда? Платье упало. Ну-ка. Во, бутылка. А бутылка нужна. По башке ему скинуть? Подожди. Во, бухай. Твое здоровье. Это, походу, дело не совсем пивас. Бо, теплое. Так. Порезать псину. Пакет. В пакете кто-то есть. Крыс. Так. Ты падла. Не спрыгнуть. Нам еще пароль нужно от коробки найти. Так. Отвянь, юб. Ну-ка еще раз.
Так этому пофигу. Ты не спрыгнешь, видимо. Так это прям сложненько, отличненько. О, что такое? Что такое? Выключить. Выключили свет у этого. Ну-ка, открывай дверь. О, бабочка. Лови бабочку. Поздравляем, вы нашли секрет. Отлично, секрет нашли. А что же нам делать дальше? Легче мне от этого не стало. Пес, может, пиво попьешь? О. Пес попил пиво. Дальше что? Что такое? Он рычит туда. Разорвал. Так, это понятно. Собрать. Окей. Once a week. Гджик. Так, это сюда. Сюда. Сюда и сюда. Так, и чё? Ивона, Ксандр, Петр. Надежда на второй шанс. Семья Иклермейров налаживает быт в новом доме. Семья переехала сюда после множества конфликтов с соседями по предыдущему району. Жалобы были разные. От странных запахов до шума от собаки по имени Юб, который лает на весь сад. Художник Янко выставил в городской ратуше. Так. Открытый домашний концерт 6 июля. Известный пианист Ян. Так, хорошо. Пропал котик по имени Майло. Серый. Подожди, а ну-ка. YXMP. Питер. То есть YXMP. А Y это девчонка. Девчонка у нас крыса. Y. Ну-ка, крыса. И чё? Он полаял. Подожди, может, полаю? Еще раз. Y. Девчонка, крыса. Y. Как он расслаял? Ну-ка, еще раз. Может, количество лая? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, допустим, 7. Дальше, X. X это наркоша. Раз, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. Хочу ю. Дальше, M. Это женщина. Женщина это вот в этом, вот сюда. Один. Один. И П это пиво, наверное. Раз, два, три, три. Отлично. Так, ну и чё? Этот пульт. Что это такое? Козырёк. Что делать-то? Убежали. Ты что ли? Да, видимо, все. Ну, как раз последняя глава называлась. Что-то. Последний шторм, что ли? Его. Поехали. Глава 9.
19-е. Финальный шторм. Так, и чё? Чё? Я это не прочитал. Так эти птицы защищают свое гнездо. Раз. Так, понятно. Больше ничего тут нет. Так, что такое? Вы нашли секрет. Бэткэт. Так, окей. Я вообще на самом деле дерево осматривал, тут оказался черепица. Ага. Ты чё, блин, стрела? Крыса? Ключ. Ключ вон от дневника. Так, и чё? Итак, мы приехали в новый дом, мне реально здесь нравится, мне кажется, этот район получше. И теперь у меня своя комната, надеюсь, в этот раз моя семья не влипнет. Но мой брат уже выращивает типа орегано, сарай. Иногда он такой кретин, но он даже не учится, а моему папе не нравится музыка соседа, пианиста. Но он старается быть вежливым, это довольно забавно. Сегодня сорока залетела ко мне в комнату, ей прям очень понравился мой пирсинг на столе. Наверное, сильно блестел. Я не стала у нее отбирать, все равно хочу новый. Сорока улетела с украшением в гнездо. Наверное, не знала, что с ним делать. А в остальном здесь скучно. Вот бы случилось что-нибудь необычное. А что тебе необычное надо? Пирсинг на столе. Так и чё? О. А это куда? В гнездо, наверное? И? Ага, кольцо. Кольцо, кольцо. Тебе кольцо? Так, и теперь нападаем, да? Так, кольцо уронили. Там гляните, воробушки. Там прикол. А, наверное. Нормально? Типа надо было их, ну, очередность выстроить. А, все понял. Они по очереди друг другу по башке клюют. Полетел. Ты куда полетел-то? Ебать, опять этот ястреб. Так, и чё? Бедная маленькая птичка. И? Давай нападать на сокола. Нападай, блядь. Нормально. Мы, короче, этого сорочонка, как его назвать, спасли. Это было близко, похоже, у меня все-таки 9 жизней. Но теперь я застрял на этом дереве. Как мне попасть домой? Я действительно спас жизнь этой маленькой птичке. Ну и? Пизды мне дадут. Сбросит с дерева. А, все, они типа мне решили помочь взамен на то, что я им, да, это того помог. Спас их птенца. Отлично. Я так понимаю, что конец игры. Ну, в целом прикольно, почему?
Дух Растилейк продолжается здесь. Она попроще, чем предыдущие игры. Но она и стоит 50 рублей. 51, по-моему, я ее вчера купил. И, в принципе, на вечерок посидеть неплохо. Ну и чё? Всё хорошо? Так, и сороки. Майло и сороки. Ага, можно промотать. Это не так уж много. Бай, получено достижение. О, поделиться своим мнением. Хорошая игра, мне понравилась, но мы сейчас с тобой прежде... Мы с тобой прежде сейчас два достижения возьмем. Теперь мне нужно... Так, это первое. Главы у нас открыты, идем. Я вроде по памяти... Что-то нужно здесь найти. Мне казалось, это вроде как обучалка. Так, ага, пылесос, все вспомнил. Можно? Можно перенести, окей. О, поздравляем, вы нашли секрет. Получено достижение. Хорошо. Так, тогда... Окей, я одно еще осталось. Мне нравится вполне. Так, время буги. Так, здесь... Не забыть-то, что тут делать. Ага. А дальше он траву ел. Ой, кошачью мяту. Крутил сальтухи. Уже где здесь не... Ну тут, блин, большая территория. Так, банку бросил. Музыку включил. Тут. Shut it. Сейчас дальше пляс. Ага. Я просто смотрю банка, но банк мы не брали. Я не думаю, что она для достижения. Так. Дальше что мы делали? Мы дальше нажимали на стрелу. Блять, серьезно? Ты видел это? You found all secrets. Выиграть приз. Что-то у меня сайт открывается. Ща. Так, а ну-ка. Пока под музычку. А что открылось-то? Сохранение данных. Ой-ой, это я потом введу. Не знаю, что за приз, может, что-нибудь там интересное, хорошее. В общем-то, под веселый музончик. О, да, я думаю, мы под него и закончим. Такая игра получилась, да, отлично. Отличная рисовка, в принципе, несложные загадки. Но мне понравилось. Пишите свое мнение в комментариях. Любители Растилейка, я всем рекомендую ее пройти со всеми достижениями. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья. Всем пока.